Кирове обсудили проблемы профессиональной ориентации школьников. Эта тема стала главной на заседании Комитета по содействию профобразованию при Вятской торгово-промышленной палате. Цель органа – формирование конкретных рекомендаций в решении проблем подготовки кадров. Подробности у Андрея Дозорцева. Комитет по содействию профессиональному образованию как площадка для диалога. На заседании специалисты образовательных учреждений, департаментов образования и представители бизнеса. В докладах и комментариях участники обсуждают проблемы профориентации школьников. Они общеизвестны. Часто на рынке труда отмечают недостаток одних специалистов и избыток других. Образовательная среда и состояние производственной сферы должны развиваться синхронно. Производственники должны видеть, что происходит в области образования, и в свою очередь на всех этажах системы образования должно присутствовать понимание, для чего обучаются сегодняшние школьники и студенты. Создание комитета – вклад торгово-промышленной палаты в решение проблем профессионального образования. Этот орган формирует рекомендации по исправлению недостатков в системе профориентации школьников. Предложения касаются всех заинтересованных сторон. Итогом этого заседания стала резолюция комитета с конкретными предложениями. Часть из них направлена на формирование у школьников осознанной профессиональной мотивации. Предлагается также развивать взаимодействие между предприятиями области и учреждениями образования. Андрей Дозорцев, Максим Козлов, Вести, Кировская область.